Доброе утро, мои любимые, доброе, прекрасное утро. Стою, смотрю на это одинокое окно. Так красиво. Вообще, как картина маслом. Привет, мои хорошие. Я, короче, чуть не проспала, половина шестого уже. Я только проснулась. В общем, дрыхну и дрыхну. Привет! У нас с вами пятница. Ура! 18 декабря 2020 года. Пятница. Давайте посмотрим, что тут у нас написано. Не забудьте поздравить Геннадия, Гурия, Саву и Сергея. Как всегда, одни мужики. Вот так вот. Какое прекрасное море. Так, овсянка. У меня закончилось. Буду есть только бутеры. Потому что не купила овсянку, так масло тоже нужно купить. Заканчивается, остался вот такой кусочек маленький. Вот, маслечко готово. Теперь сыр. Вот сыр. Красота. Ну и по традиции лимончик с имбирем заливаем точками. Вот так вот. Вот так вот. Это мой завтрак без овсянки сегодня. Все, кто кушают, приятного аппетита, мои любимые. Сейчас буду читать вам свои стихи. Один написала где-то в час ночи, а второй часа в три ночи. Короче, я так просыпаюсь, пишу стих и снова сплю. Просыпаюсь, пишу стих и снова сплю. У кого тоже так, расскажите мне в комментариях. Мне очень интересно. О, наконец-то к своему стиху нашла песню. Коновалов Сергей Сергеевич, я говорю тебе о любви. Сейчас стих прочитаю вам. Как тормозит комп? Страшно. В общем, я загрузила стих. Давай. Стих, песня. И открыточка. Все. Сейчас прочитаю. Все. Записала два стиха. Итак, первое. Я вас люблю, мои родные, все жены, да и все мужи земли. Нет вас милее, дорогие, лишь вы пройти всечас смогли. Вы сила, доблесть поколений, вы совершенны, без изъян. Вы смелы в волеизъявлении, вы Камасутра, Библия, Коран, вы все во всем, клей мироздания, любовь вселенская и Бог, и ваше бесконечно здание, в нем Ной и Будда, и Сварог, вы свет любви, в любви зачаты, вы сотворцы от А до Я. Благословенны, не прокляты, и с вами вся вселенная. Вот, показывала такая картиночка и песня замечательная Сергея Сергеевича Коновалова. Я говорю тебе о любви. Вот, и следующий мой стих, который тоже ночью сегодня написала. Вот первый, что сейчас прочитала, написала где-то в час ночи.
А этот где-то в 3. Я вспомнила себя, я просто свет, и ничего иного в мире нет. И даже если глаз разрез иной, есть раса сотворцов, и нет другой. Я вспомнила, что каждый листик — часть меня, и капля в океане — тоже я, и ближе нет дыхания огня. Все в этом мире — ты и я. Тебе я благодарен, мой отец. Нет плюс и минус — все одно. И нет рождения, не присущ конец. К себе приходим, лишь ступив на дно. Тебе я отдаюсь тотально, без остатка. И нет оценивания, и похвал не жду. И я, как глупая лошадка, без планов в бесконечный путь иду. Почему-то эта картиночка понравилась. И песня «Музыка вечности», «Высокие звезды». Вот сейчас ее слушаю. Вот, мои любимые, прочитала вам свои стихи. Все, буду допивать. Съела я уже бутеры. Допиваю лимончик. И надо скоро бежать, потому что уже без 6:02. Еще 15 минут посижу и начну одеваться. Все, мои любимые, уже без 25. Обуваюсь. И вперед. Я оделась. Красота. Вперед. Мои хорошие. Погнали. Чуть наушники не забыла. Забыла утром взвеситься, ну, когда проснулась. Взвесилась, когда уже там позавтракала, выдула воду и кипяток с лимоном, и бутерброды съела, и так далее. Вот. Короче, я постройнела на 5 килограмм и 400 грамм. Ну, можно сказать, 5,5, если там еще 100 грамм выкинуть или сколько-то. За мой завтрак. Вот так вот. Я сейчас подруге написала, ну, подруге ВКонтакте. Говорю, так тело болит, как будто меня это как его. Ладно, не будем сутриться. По пошлости пойдемте. Тем более, смотрите, какая красота. Какое небушко, боже. Питерская красивая. Там два окошка таких голубых. Красота. Они прям как фонари, как маленькие солнца. Вот опять я зависла. А между прочим, надо бежать. Времени уже где-то без 15. Я вчера пришла, пожарила картошечки. Ну, помылась, естественно, потом пожарила картошечки. Поклевала там что-то, все оставила. Вообще не было. Не потому что невкусно. Фу, запах какой-то гари. Знаете, как вот ручка обгорела. Сковороды или еще что-то. Не знаю, почему такая гарь, откуда идет. Фу. Вот. Самолеты летают. И вырубилась. Я не знаю, во сколько я. Наверное, часов
6, может быть, 6:30. Вот, ну как-то чутко спать начала. Вот первые дни, когда только устроилась, спала как убитая, просто отключалась, все в отрубе, ничего не чувствовала. Так ложила голову на подушку и поднимала, когда там будильник звонил. У подруги я будильник никогда не завожу, она заводит. Вот. Или сама так трын вставала, как по программе. Трын-трын. А сейчас каждые 3 часа просыпаюсь, или каждые 2 часа. Вот я не знаю, там уснула. Сколько я? 7. Потом 10 проснулась. Потом 1 час проснулась. Написала стих. Потом 3 проснулась, написала стих. Вот. Такой какой-то сон. Прерывистый. Хотя считается, что это самый здоровый сон. 3 часа. Вот. Как говорит Садхгуру, что 3 часов вполне достаточно для сна. И есть нужно 1 раз в день. И столько, сколько требует твой организм. Если ты хочешь съесть огромную миску там бобов, нуда, еще чего-то, то нужно все это есть. Овощи и фрукты и так далее. А если... Ну, в общем, организм сам, короче, знает. Да, у меня был такой период, когда я реально ела 1 раз в день. И абсолютно нормально себя чувствовала. Вот серьезно, не было ни голода, ничего. Но я могла съесть, например, огромную тарелку макарон там с сыром, потереть туда и с салатом. Вот. Ну а пить, естественно, можно все что угодно. И есть фрукты тоже. Хоть целый день. Ну-ка, птичек наших слышно или нет? Давайте послушаем. Нет. Не слышно. Собачка бежит. Дядя с собачкой. Раньше были дамы с собачками, теперь дядя с собачками. Вот это защитник. Мне бы такого защитника. Класс. Круто. Круто. Как он рассмеялся. О, видите, сейчас иду, и свет загорается везде. Это значит, хороший день. Я уже заметила. Иногда иду, подхожу к фонарю, он раз тухнет. Значит, что-то будет хреново. Красота. Вот там угловая, класс. Я бы хотела такую квартиру, чтобы у меня окна выходили на ту сторону. И сюда, и сюда. Понимаете, такой обзор, вот когда солнечный день или что-то, я представляю, какая комната вся озарена светом. Ну, в Петербурге это очень актуально, не знаю как. Сейчас, кстати, 1 градус мороза, вчера был +3, было сейчас -1. Сегодня обещают снежок небольшой. А завтра, в субботу, обещают дождь. Вот. Так что такая погода у нас. Какое же оно красивое. Украсили. Видите?
наступающим, мои родные, скоро Новый год. Вообще считается 21 декабря Новый год. Вот. И наступит величайшая эра Водолея. Вот. И 20 декабря нужно что-то вообще так коренным образом можно менять. Загадывать какие-то важные желания. Я не знаю, какие-то люди там могут планы даже строить. Это уж точно. Кому-то интересно. Вообще небо какое красивое, видите? Вот. Не знаю, где-то в Италии, еще где-то. В Германии, по-моему, тоже. Ну, в общем, в Европе вышвыривают вообще мебель из окон, из балконов. Для того, чтобы полностью поменять свою жизнь. Ну, а кого устраивает их жизнь, то не надо. В общем, у нас наступает великая эра Водолея. Самая прекрасная. Мы пришли, чтобы именно ее ощутить и поиграть в это прекрасное время. Люблю вас, мои родные. Всем волшебной пятницы. Пусть у вас все получится. Пока-пока.